28 мая свое 60-летие отметил Российский фонд мира. Созданный еще в советские времена для противодействия военным конфликтам, он быстро стал одной из крупнейших общественных организаций, которая реализует благотворительные и гуманитарные проекты. Большой праздник в честь юбилея прошел и в Твери, где активно функционирует региональное отделение. В фойе бизнес-центра «Тверь» в эту пятницу было многолюдно как никогда. Политики и бизнесмены, общественники и деятели искусства. Все они собрались здесь, чтобы поздравить с 60-летием Всероссийский фонд мира, а точнее его региональное отделение. Хотя Верхневолжье со времен Великой Отечественной минуют военные конфликты, это не значит, что у фонда мира нет забот. Напротив, их немало. Основное направление – межнациональные отношения. Город Тверь – многонациональный город, поэтому фонд мира он и помогает в этом много тоже, объединяя нас, разные национальности, именно в повседневной жизни в нашем любимом городе. В этот день в адрес руководства фонда звучало очень много добрых слов. В итоге торжественный вечер превратился в необычный праздник, где концертные номера перемежались с поздравлениями и благодарностями. Их основная мысль в том, что в наше неспокойное время региональное отделение фонда мира выполняет нужную миссию. Очень важно, что сегодня мы реализуем целый ряд социально значимых проектов, которые востребованы, которые поддержаны, которые нужны. И вот сегодня наши друзья, наши гости, наши партнеры все пришли разделить с нами торжество юбилея, которое отмечает Российский фонд мира. В планах регионального отделения Российского фонда мира дальнейшие акции, направленные на помощь социально незащищенным слоям населения, выстраивание межнационального диалога и многое другое.